Слоны полетели на северо-запад. Жирафы полетели на юго-восток. Лолита! Вышла замуж за Цекало. Ну-ка, дыхни, сынок. Хорошо, вы мне можете сказать, у вас хотя бы продается славянский шкаф? Тебе что надо? Ты кто вообще такой? Я Макс Отто фон Штирлиц. Вообще-то я советский разведчик Максим Максимович Исай. Штирлиц подумал, а не взболтнул ли он чего лишнего? Извини, пожалуйста, Максимыч, нет, не признал, просто не признала. Ты такой импозантный, не признала. Спокойно. Где радистка? Внучка беременная, я за нее. Информация к размышлению. Матрена Нигматулина. Полное имя Марии Луизы де Квазимодо фон Трахтенберг. Характер подозрительный, беспощадно к врагам СССР. Параметры 90-60-90, 180-300 в час, 8-910-725-43-50, круглосуточно. Выезд, апартаменты, есть подруга. Могу быть мужчиной, дорого. Послушайте, бабушка радистки Кэт. Я. Мне нужно срочно принять радиограмму из центра. Как нефиг делать? Эту рацию Матрёну купила в компании «Моя гестаповская сеть». Тариф «Веселый Верма». Первые 10 шифровок бесплатно. Далее по 2 дойчмарки за каждую шифровку. У меня еще стоит антиопределитель номера. Ни один фашист не догадаться, какой у меня номер. Бюстгальтер. Шифровку принять готовые. Внимание! Передаем шифровку для советских шпионов. Попробуй «ма-ма». Попробуй «джага-джага». Попробуй «у-у». Мне это надо. Отбейте ответную шифровку. Хорошо. «Муси-муси». Пуси-пуси, я горю, я вся во впусте. Они поймут. Что? Что, отбила? Мне кажется, за нами следят. Мне еще нужно срочно успеть оставить отпечатки на телефоне правительственной связи. Здесь есть машина с пистолетом. Пауз, патрон, я на чурвич. Speak English, please, really. Окей. Саманды портагиновцы. Мюнхен. А крюжда Штирлиц Фьорнба. Да ну. Точно. Я попытаюсь сейчас их отвлечь. Нет, отвлеките их лучше вы. Задержу. А да, задержите. Задержу. А я, если что, за вас отомщу. Я волен.